Тренер «Спарты» НК отмечает, за последний год команда сильно выросла. К видновчанкам присоединились два легионера – опытные игроки из Америки. Да и наши девочки показывают хорошие результаты. Об успехе клуба говорит и то, что ему удалось дойти до высокой ступени в Кубке Европы. Основное время тренировки игроки посвящают отработке тактических взаимодействий. Далеко наперед не заглядывают. Каждой игре, учитывая силы противника, в тренировочном процессе подходят индивидуально. Еврокубок еще идет параллельно из премьер-лиги России, поэтому мы стараемся смотреть как минимум на одну игру вперед, но не дальше. Такое время, когда мы поднимаем все свои ресурсы и пытаемся угадать тот или иную схему защиты или наоборот нападения, которая нам поможет. Помогает игрокам и теплая атмосфера в команде. Девочки поддерживают друг друга не только на площадке, но и за ее пределами. Ксения Левченко в «Спарте НК» с детства. Ей было 12 лет, когда она начала заниматься баскетболом. Потом на 4 года уходила в другую команду, и вот в 23 она снова в «Спарте». Говорит, что доброжелательная атмосфера влияет и на результаты игр. У нас нет такого, что мы вышли за площадку и все разошлись по своим углам. И нет, у нас такого нету, у нас все дружно. Если кому-то какая-то помощь нужна, вот у нас девчонки приезжие, все помогают друг другу. Потому что если ты за площадкой доверяешь человеку, то и на площадке ты уже намного комфортнее себя будешь чувствовать, нежели если ты не общаешься с человеком, а приходишь и работаешь. Я думаю, это большой плюс для нашей команды, что мы все друг друга поддерживаем и вместе общаемся. Сегодня видновчанки играли на своем домашнем паркете, а, как известно, дома и стены помогают. 27 же февраля им предстоит сразиться с испанками на их территории. Результаты этого матча оформят путевку в четвертьфинал второго по значимости клубного турнира на континенте. Юлия Погосян, Кирилл Иванов, Елена Кошелева, Видное ТВ.